В этом году мы отказались от целлофанирования целого ряда упаковок нашей готовой продукции. Прежде всего, это линейка чаев, которая у нас, в общем-то, достаточно много производится данной продукции. Это линейка турбо-чая и линейка Байкал Ти Коллекшн и чай турбо-чай Йогу. Бережное отношение к природе, бережное отношение к экологии – это одна из стратегий компании Siberia Wellness. И мы поддерживаем эту линию всеми возможными способами. А один из таких шагов – это как раз отказ от дополнительного целлофанирования упаковки нашей продукции. И вообще мы намерены к 2030 году перейти как можно больше на перерабатываемую упаковку, сократить использование вот тех же самых целлофанов и другой упаковки, которая не является экологической. То есть мы за экологию, мы за бережное отношение к природе, мы за здоровье.